Всем огромный привет! С вами на связи последний звонок 2020, организованный школой Росатома, конечно, вместе с командой Моспродюсера. Последний звонок онлайн. В условиях самоизоляции и дистанционного обучения госкорпорация «Росатом» в таком формате решила устроить праздник окончания учебного года для выпускников в рамках проекта «Школа Росатома». Ведущим прямого эфира стал участник «Фабрики звезд» и экс-солист группы «БИС» Дмитрий Бигбаев. Прямой эфир последнего звонка прошел на специально созданной интернет-платформе в формате живого общения, к которому в режиме реального времени подключались популярные исполнители. Гостями праздника были звезды современной эстрады, которых выбрали выпускники путем голосования на сайте. Мия Бойко, Глеб Калюжный, Мальбек и Сюзанна ответили на вопросы зрителей и модератора праздника, а также подарили свое творчество выпускникам. Моя любовь — это рай, если хочешь, забирай, прилетай как самурай и меня завоевай. Я хочу по M&M's с тобой флекс, я хочу по M&M's. Я хочу по M&M's с тобой флекс, я хочу по M&M's. Прямая трансляция длилась в течение 2,5 часов. Завершился праздник обращением руководителя проекта «Школа Росатома» Натальи Шурочковой. Наверное, никогда, как сейчас, вы не скучаете по своим одноклассникам, которых тоже нет рядом. Но это пройдет, вы обязательно сможете их обнять. Вы никогда так не были близки со своими родителями, с которыми вы провели это время. Любите их тоже и будьте им благодарны, пожалуйста. И сегодня для вас, когда вы уже большие, совсем большие, впереди много-много всего хорошего. Пожалуйста, любите и цените людей, которые рядом. С любовью со школы Росатома, вместе со всей страной. Пожалуйста, последний звонок для вас. Будьте счастливы. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».